Очередные две встречи и две победы. Северные охотники 2008 в рамках первенства России сыграли два матча на выезде. В Екатеринбурге они разгромили местный автомобилист, забросив в двух матчах 20 шайб. Недели ранее в Когалыме также два десятка шайб получили амичи. Победы на строй охотники сохранили и в столице Урала. В первом матче 4 раза отличился Иван Питков, а также Илья Грибанов, Всеволод Пызыков и Константин Шпис. Итог 0-7. В повторном поединке когалымчане, не сбавляя оборотов, продолжили победную поступь. Трижды отличился Иван Питков, по два раза Илья Грибанов, Иван Барабанщиков, Константин Шпис и Илья Чекильдин, по разу Семен Зиберов и Всеволод Пызыков. Итог 2-13. После этих игр охотники, набрав 16 очков, переместились на 4 место в турнирной таблице. Следующие два матча подопечные Антона Пономарева проводят на домашней арене. 25 и 26 ноября они встретятся с екатеринбургской школой номер 19, которая идет на 9 месте.